Компания Rotel присутствует на рынке Hi-Fi техники уже более полувека. При этом инженеры фирмы отслеживают все тенденции развития домашней аудио-видеотехники. Поэтому в новой 12-й серии сочетаются как традиционно высокое качество Rotel, так и современное функциональное оснащение. Дизайн компонентов традиционный, но не архаичный. Все компоненты серии выпускаются как в черном, так и в серебристом цветовом варианте. Усилитель RA12 снабжен ЖК-дисплеем. Дисплей отображает название источника, положение регулятора громкости и регулировки тембра. Гнездо USB на лицевой панели дает возможность воспроизводить файлы не только с флешки, но и iPod. Вдобавок в комплекте идет USB-адаптер Bluetooth, который позволит принимать потоковое аудио с любого источника, снабженного каналом Bluetooth. Усилитель имеет 4 линейных входа. Аппарат также снабжен фонокорректором для подключения головок типа MM. Есть и полный комплект цифровых входов звука. К аксиальному или оптическому входу можно подключить цифровой источник. Предусмотрен выход предусилителя. Это позволит подключить к RA12 внешний усилитель мощности. Стандартный триггер позволит включать все компоненты системы одновременно, а через фирменную шину Rotel Link можно передавать сигналы управления от одного устройства к другому. Пульт ДУ усилителя позволяет управлять также и некоторыми функциями проигрывателя CD или сетевого плеера. Мощность составляет 60 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом. Усилитель наушников обладает достаточной мощностью. По меньшей мере для 120-омных наушников его возможностей хватает с запасом. У усилителя звуковой почерк довольно напористый, с хорошо проработанными динамическими контрастами. Но с ростом громкости бас не всегда сохраняет четкость. Rotel RA12 – универсальный аппарат, функционал которого выходит за рамки обычного интегрального усилителя, не в ущерб качеству звучания. Прослушать и купить Rotel RA12 вы можете в магазине Super Stereo.